Алло, привет, дорогие друзья! Вот это деревня моей бабушки. Алло, привет, дорогие друзья! На этом видео я хочу показать, как жители деревни в Индонезии живут. Что есть в деревне Индонезии. Большинство сельских жителей в Индонезии занимаются сельским хозяйством. Обычно они создают рис, овощи, фрукты и так далее. Поля, на которых они работают, расположены недалеко от дома. Люди идут на поле пешком или идут на мотоцикле. В некоторых деревнях люди уже построили дороги, поэтому они легко везут продукты с поля в любое время. Сейчас вы видите только перец. Известно, что индонезийцы любят острые блюда. Они едят и сырой, и приготовленный перец, а называется он самбал. Это высокое дерево, которое вы видите, это дерево кокос. А это папайя. Деревья папайи бывают разные в размерах, есть высокие, есть низкие. А вот люди в деревне моей бабушки сажают короткие деревья, низкие деревья. Вы можете увидеть несколько видов растений. А это кукуруза, это тоже перец, зеленый перец. Вот это кокос, который вы часто видите на экране, где они пьют кокос на берегу моря. А это листья банан. Вот этот банан. Местные крестьяне очень заботятся о растениях, чтобы не давали свои плоды. По пути домой я покажу вам банан. Даже мы можем трогать его. И тут же по пути домой я увидел мальчиков, которые играют на аюна. Вот там далеко есть высокое здание, там мечеть деревья. А почему именно мечеть? Потому что большинство деревьев, где мусульмане живет, тогда там мечеть. Где крестьянин, там храм, церковь. Если на Бали, там может быть другой храм. Вот сегодня хватает. И увидимся на следующее видео. Пока-пока.